Ну, так а что ты возмущаешься? У тебя есть все ключи. Василий. Что, Василий? Этого всегда. Добрый мало. День. Здравствуйте. Добрый. А подскажите, пожалуйста, кто директор сервиса? Я директор сервиса. Что случилось? Есть маленькая проблемка. Какая? Ваш мастер за 15 минут времени взял с меня 30 тысяч рублей. И? Ну, работу сделал? Сделал. Ну, так а в чем проблема? В чем претензия? За 15 минут 30 тысяч рублей. Послушайте. Вы изначально приехали и сказали о том, что вам в нескольких сервисах не смогли помочь. Так? Да. Так? Да. Здесь вам помогли? Помогли. Ну. Но за 15 минут 30 тысяч рублей. Слушайте, вы платите этому мастеру не за 15 минут. Вы платите ему за 15 лет его работы. То, что он собирал всю информацию, все свое мастерство для того, чтобы решить вашу проблему за 15 минут. Вы платите ему за то время, за 15 лет, а не за 15 минут. Понятно? Понятно.